Так, дорогая публика, здравствуйте. Сейчас доктор философских наук Дмитрий Владимирович Винник прочтет вам стихотворение собственного сочинения. Послушайте, пожалуйста. Оно такое коротенькое. Здесь описываются некие детали будущей мега-церкви, техно-религиозной мега-церкви. Вот, да, где есть, ну, хай-тек, разумеется, церковь, там вместо икон голограммы, да, и, в общем, все средства техники возбуждения религиозных чувств там используются. И вот здесь описывается, как да, приходит паломник или там неофит. Под трансляцию древнейшего шума, под сияние ионных разрядов, сквозь строй голограммных ученых пройдите в ангар посвящения. Вас встретят друзья. Но это имеется в виду, что там реликтовое излучение, оно это постоянно шумит. По стерильному коридору к гению Королеву, по хрустальному видеополу к бессмертному Глушкову, по свинцовому понтону к грозному Харитону, под фугу Баха к лику Раушенбаха, с фляжкой водки смелую нычкой к Гагарину синей космической лычкой. Вот такой стишок, да? Да, да, да. То есть, ну, вот считайте, что Гагарин уже канонизирован, и это вот... Да, так, он, считайте так. Вот этот стишок неким анонсом к видео про возможную, предполагаемую, рекомендуемую, не знаю, как канонизацию Гагарина Юрия Алексеевича, как святого, да. Первого вознесенца в космос. Вот такие дела. Первого, ну, хорошо, публика наша, сходите, посмотрите наше видео. Да, про святого Григория Байконурского. Да. Ну, пока.